Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Привет, друзья! Ведущий телепрограммы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов посетил похороны своего друга, многолетнего эксперта шоу, художника Сергея Заграевского. Прощание состоялось в столице, в бюро судебно-медицинской экспертизы, морге номер 4, что в Волховском переулке. На церемонии собрались коллеги и друзья покойного, в том числе на похоронах можно было заметить гражданскую супругу исполнителя Вадима Казаченко Ольгу. Кроме того, сказать художнику «Последнее прощай» пришли многие участники популярного шоу на Первом канале. В разговоре с журналистами они признались, что смерть Заграевского застала их врасплох. Коллеги по шоу звонили ему буквально за день до кончины и приглашали на следующий эфир. Он обещал быть. Члены команды, пусть говорят, присутствовавшие на церемонии, утверждали, что Заграевский был большим другом передачи. Вот и Дмитрий Борисов, несмотря на свою занятость, счел своим долгом прийти и попрощаться с человеком, с которым был очень дружен в течение продолжительного периода времени. Ведущий программы стоял в черной маске, перчатках и с букетом цветов. К слову, художник Сергей Заграевский запомнился зрителям различных ток-шоу не только яркими высказываниями, но и роскошными брошками, которые менял из эфира в эфир. Как говорят друзья, многие украшения он делал собственноручно. Ранее друзья художника рассказали, что в гроб положат роскошную брошь, самую любимую из его коллекции. Мол, был модником здесь, будет блистать и на том свете. Между тем, церковь плохо относится к подобным суевериям, считая, что в гробу уместна только специальная атрибутика православных. Это может быть венчик, крестик, саван, погребальная пелена. О Заграевском известно, что он является выпускником Московского автомобильного университета. При этом в 1999 году он решил посвятить себя живописи и истории архитектуры. Кроме того, он создал профессиональный союз художников и занимал пост его председателя. При этом известно, что бард Булат Акуджава даже посвятил художнику стихи, в которых есть такие строки: «Выпить виски, вспомнить об искусстве вечном», ну конечно, с Заграевским. Художник скончался на 56-м году жизни. Тело звездного эксперта популярного шоу обнаружила жена. Причиной смерти постоянного участника программы, пусть говорят, стала сердечная недостаточность. О трагедии рассказал журналист и коллега по съемкам Денис Сорокин, с которым Заграевский часто вместе снимался в шоу. Добавим, что за несколько месяцев до трагедии живописец заговорил о смерти во время эфира «Пусть говорят». Тогда он признался, что у него есть внебрачные дети, и он сожалеет, что не общается с ними. «У меня есть два ребенка, одному уже за 30, а другому 16, Максим и Ян. Они, может быть, и не знают вообще, что я их отец. Но я знаю и слежу за ними в соцсетях. Понимаю, что им тяжело, мне стыдно, если я уйду из жизни, запомните. У меня есть еще два внебрачных ребенка», цитирует Заграевского собеседник.